Всем привет, друзья! Канал Мусалим. В работе у нас BMW X7. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали. Давайте посмотрим штатную шумоизоляцию. Видите, так выглядит у нас пол в салоне. Практически голый металл. Такое, где чуть-чуть пролито. Дверям небольшие куски вибропласт присутствуют. По багажнику. Также, можно сказать, голый металл ни на полу, ни на задних арках. Шумоизоляции нет. А это одни из самых шумных мест в автомобиле. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клеить вибропласт на BMW X7. Проклеим у нас тщательно прокатан валиком пол в салоне. По дверям смотрим, нанесли первые два слоя. Всего их будет 4. Первый слой вибропласт, толщина 3 мм. Второй слой мы наносим мембранная шумоизоляция, Integra 6 мм. Ну и смотрим по багажнику. Также обработан пол, арки и крылья. Продолжаем работу. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на BMW X7. Проклеим с мембранным шумопоглотителем пол в салоне. Используем блокшот, толщина 7 мм. Третий слой нанесли в дверях вибропласты. Начинаем 2 мм. Мембраной также обработали задние арки. Пол в багажнике мы обработали виженом. Это шумопоглотитель, толщина его 6 мм. Задние крылья обработаны экспертом 15 мм. Таким же шумопоглотителем мы обработали четвертым слоем двери. Автомобиль готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!